Рейс, и я безумно рад тебя видеть, специально для тебя я подготовил подписаться на канал. Первый номер рейтинга легковесов UFC, но на этот раз планирует финишировать соперник с другим способом. С этого парня. Мишном. Я не знаю. Я действительно так думаю. Вообще я не люблю давать прогнозы. Мы создали телеграм-канал Флора Бет, главное, в котором публикуем бесплатность наших прогнозов более 90%. Чеченский боец Хамзат Чимаев вернется в октагон 30 октября на UFC. Об организации матча в полусреднем месте месячного отсутствия, в среднем и одну в полусреднем, через вам придется за это заплатить. Завтра вечером я заставлю этого человека в октагоне. Его слова ничего не значат для меня. Я благодарю всех, кто болеет за меня. Завтра смотрите наш бой. Люблю вас всех. Досрочно чемпион UFC в легком весе Конор победит Порье американец. Дастин сказал, они подерутся в главном бою турнира UFC. У Макгрегора 64 единоборство, поединок рассчитан на 5 поражений. На счету основной карты UFC 264 стартует в 5 утра. ТВ покажет бой в прямом эфире. А теперь хочу увидеть ваш прогноз.